Заманбеку Нуркадилову установят памятник на его родине. 12 ноября 2005 года Заманбек Нуркадилов был найден у себя дома убитым с тремя огнестрельными ранениями. Причем два выстрела были сделаны в грудь и один в голову. Официальная версия происшедшего – самоубийство. 19 лет спустя на обеде в Алматы, посвященном 80-летию Нуркадилова, пресс-секретарь президента Берик Уали зачитал письмо с поручением Касым-Жомарта Тукаева об установке памятника. Поздравляют дочь Куралай, сына Кайрата и их мать Нурбике. К слову, Мақпал Жунусова в Караганде провела свой обед в память Заманбека Нуркадилова и написала пост в Инстаграм, где обратилась к Заманбеку со словами «Вы стали жертвой убийцы».